Toychi Ishankuliyev. This renowned Turkmen surgeon grew up alongside Durdy Bayramov at the Kizyl-Arvat orphanage. For many years, Ishankuliyev was the head physician of the Red Cross Hospital in Ashgabat. На уровне дурдышки. Я для него был тойчишка, он для меня был дурдышка. Мы друг друга знаем после землетрясения. Ибо его перевели с какого-то ашхабадского или какого-то детдома. Я не знаю, Кизлярватский детский дом. И с этого мы занимались детский дом, ребята, и школьники играли в футбол. У него в нем был такой черты характера, учился отлично, играл в футбол как нападающий, и там он был таким молодцом. Через определенное время там же до определенного возраста в детских домах держат или находятся. Я уехал учиться в вуз, а их отправили тоже, оказывается, в Ашхабад. Я потом дурдышку потерял до окончания института Сурикова, Московского государственного института. И узнал, что дурдышка созрел, и всегда у него такой характер. Где бы он ни был, он отличался своим трудолюбием и отличным отношением к труду, к коллективу, где он находится или где он работает. Тот, который дружил с дурдышкой, никогда, наверное, не жаловался на такую дружбу. Когда его рассматриваем как муж, он настоящий муж, супруга, никогда не жаловался, не чувствовал какой-то дискомфорт со стороны дурдышки. Дети. Только любовь и нежность другого не чувствовали и не видели. Как это отразилось на его профессию, что есть работы, которые посвящены только семье. И вот это нами перечисленные черты характера видно на лице всех членов семьи. Вот нет-нет, приходилось нам сидеть его в мастерской. Тогда, когда около 100 лет, где на русском базаре мы сидели, и кто только не приходил. Студенты, дети и детишки, женщины и мужчины, композиторы и балетмейстеры, хормейстеры, киноактеры, кинорежиссеры, врачи, административные работники. И ко всем свой подход. Как только здоровается, у него такая способность, складывалось какое-то мнение об этом человеке. И он по глазам, это, по-видимому, он и чувствовал это. И это то же самое потом отразилось на созданных картинах. Я всегда говорил ему: «Дурдышка, ты не пишешь, не рисуешь, а создаешь картину».
это не картина, а образ человека с внутренним его миром, который виден на его лице. Он с малышами, как малыш, разговаривал. Со старшим. Со старшим, как старший разговаривал. По профессиям даже, да, старался говорить на его языке с его поведением. Быть может, он это не чувствовал, но я чувствовал. Ну как, он не просто художник, он всесторонне развитый человек, очень много читал. Его мастерская, другой раз приходишь, даже когда позируешь, Дурдышка, сколько месяцев ты будешь меня мучить, я говорю. О, это еще не мучение, говорю. Ты имей свое терпение, придем, когда конец подойдет, я скажу, что Тойчишка создан твой портрет. Кто только не приходит. И мы отключаемся от основной работы, садимся, кушаем, пьем чай зеленый, то, другое, третье, четвертое, пока не придет внук, мальчишка уже подросток он сейчас, от дочери сына есть. И с ним садимся кушать. Некоторые из участников этого дружеского завтрака, обеда, полника, порой и ужина, шутя недовольны, почему, скажем, Бекка говорит, почему колбасы мало? Я говорю, ребята, а что вы говорим, в ресторан, что ли? А Турдышка говорит, Тосечка, ты давай сиди, не надо, ну хорошо, в следующий раз побольше купим колбасу. Поэтому ни в чем он друзей не ущемлял. Если это можно назвать ущемлением. Вот нет такого человека, который бы он не находил его тонкости. Обязательно. Вот пришел, посмотрел, позировал один день, 10 дней, 20 дней, 30. Когда-то. И конца до концов скажем, у пианиста понравилось ему его пальцы. О! Останавливается и завершает картину. Наконец-то. Или, когда рисует, по-видимому, он уходит в этот мир. Другого мира для него не существует. Когда он создает портрет, рисует до тех пор, пока мест не наткнется в нюансах этого индивидуума характера. Нашел, на этом точку ставил, и все, портрет завершен. Он создал два портрета. Однажды мне он говорит, ну, нам всегда некогда. И вот он говорит, Тойчишка, ты приходи, позируй мне, я создам твой портрет. Я говорю, зачем ты будешь старое лицо, страшно на эту рожу смотреть. Не будем рисовать, не будем создавать. Он говорит, ну все-таки ты, а в чем ты чувствуешь себя комфортно? Я говорю, в джинсах. О, приходи в джинсах. Джинсовые брючки, джинсовой курткой, рубашечка. Он говорит, и галстук. Пришел, о, вот это я делаю, садись. И создал. И вот мучил, наверное, несколько месяцев. Но это мучение тоже с его ему присущей любезностью.
Durdy Bayramov drew this charcoal and pastel portrait of Mr. Ishankuliyev in 2004. It is preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Любил очень природу. Любил очень облюбовать день, ночь, появление солнца. Как, несмотря, он никогда не жаловался на погоду. Не жаловался. Все погодные условия, все черты характера туркменской мира он облюбовал по-своему. Смотрел, вот его мастерская, если дверь вот здесь, окошко вот здесь, смотрит, старик, смотри, какое небо красивое, как солнышко греет, как солнышко освещает. Вот то есть природолюб в таком человеке, в кульминации. И этому у него надо было любому человеку учиться. Я бы сказал, что во всем этом тоже он является образцом этой профессии. Кто бы ни был, по какому бы отрасли по его профессии не было, он является образцом. This oil portrait of Toychi Ishankuliyev was created in 2011. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Он является и чувствует слугой своего народа и в своих трудах отражал настоящую истину своего народа, своего государства.